чем из центра пойдут куда-то. Так они уже, еще один момент, не ответил. Я же сказал, я просто, ну, бывший строитель, я говорю, почему. Смотрят, где канализация идет, где свет идет, где вода. Да. Им тяжело, чем мы. Да, на все готовенько, да, сразу, вот под нос. Он внимание, что на воду. Почему они на южной, что ли, потянут? Здесь проще. Они не потянут, какой на южной. Езжайте в Искитим, делайте там. Тебе, мам, вот они говорят, вас не тронут, вы частные, как бы. Да, всех тронут. Не тронут. Окей, не тронут. Ну, нам что-то дорогу будут, допустим, делать. Они просто нас заблокируют. Конечно. Да, вот он, Светлого. Вчера с внучкой иду, уже у людей газ на ту сторону Светлого. Каждый домик уже кто хотел залить. А мы дождемся ли это? И нам не дают газ. Это же сразу понятно. Сначала вроде создали, а потом мы Правильно, зачем, если у вас индивидуальное строительство, а у них по плану квартиры? Да. Зачем они просто не... Это отмазка 2006 года подняли. Нет, уже просто нашли, что в 2006 году было Горького. Но, скорее всего, есть уже застройщик, скорее всего, он уже... Уже запошлял денег. И вот он сидит,